Şu adam kalaysınlar, ne istiyor atsınlar. Kalaysınlar anlayı var ama. Başka biri ayıttı ki lan. Hep var. Всем большой привет, Гаку. Мы пришли сегодня с моим кентом. Чё там, брат? Және де, ең күшті блогер, ең мықты, ең әдемі, Дамиле Суит. В общем, мы сегодня будем смотреть, показывать Стурарам наши топ-5 тиктоков. Топ-5 тиктокты бізде. Қазықша дәл сонау. Короче, бізде мен көп көрмейм тикток. Дамиле ол жақта мастер. Маған всегда лентама Дамилен видеолар шығады. А мен тиктокқа мен өте древний адам. Арасында бір кірем. Бірақ сразу рыбки шығып кетемін почему-то. Ох, особенно твое видео. Вот это типа с Марго, где вы выбираете, какая девочка и там 25+. Я такая, біріншіден сұрақ қойыншы. Чего там? Бірден артына сұрақ кетіп қалмасын. Кешірмейін, сені жіберем деген әнді кімге арналған? Өзіңе, Дамиле, чего там? Ешқашан бастамайды сияқты. Балапаным, маск шоу дейсің. Нормально бәрі. Родной ма хабарласа ғой. Кейіндер істеп па. Ладно, кеттік. Топ-5. Я начинаю с 5-го места. 5-е место, в общем, это офигенное видео. Карина Аксупаева и Арман Юсупов, всем известные, наши любимые. В общем, вчера они выложили офигенный тикток. Любая девушка, когда у нее есть парень, какой-то период приходит, и ты такая, если я умру, ты найдешь себе новую девушку? Шында өте тупая. Чох, сондай, тупая фраза. Итак, у нас произошла вот такая вот ситуация. Ты заходишь в комнату, и здесь сидим мы. Твои действия. Пошли! Нафиг! Выходите! Ну-ка, выходите! Ну-ка, выходите! Твою мать, а! Смотри-ка, а! Смотри-ка, а! Карина! Вызывай полицию! Да? Вызывай полицию! Ой, ладно. Что бы ты сделал? Точно Арман сияқты сенетін. Мен просто қыздар тұра алмаймын, мен шығыңыздар. Пожалуйста. Ұятмес па, я? Мен әйелім бар, ұятмес па? Бірақ инстаграмдан. Короче, бұл жерде біреуін ғана көрсетемін да, бірақ мен вообще бүкіл осы стильдегі тиктоктарды жақсы көремін. Все ажурно, сатила подруга, индика бэби мам. Нормально, братан, Нормально! Қайсар! На жерде көп нелер бар, по идее. Қайсар деген это топ. Кумир ғой. Ау! Палуан! Че там, вот? Третье у меня, короче, этот. Сделайте такое с пацанами, когда скоро будет. Там у этого, у женщины будет. Родной! Не видишь, она сертетнет. Ну и потому что он же всегда. Марго, да ту стар! Что там? У тебя будет халасина! Я жерменен, и сену же берем! Он какой-то шува дарламаса. Давай, кусите видео. А, капец, если у тебя такие родители. My parents in the 90s. Bitch sit on my face, I attack that. Ну да, это офигенно. Я видела его. У него же мама еще модель, а папа? Папа Сильвестр Сталлон. Если мне папа Сильвестр Сталлон был, мне тикток тиртнем. Брат, мне папа Сильвестр Сталлон. Вот он только что. Хуй, Майра, Сильвестр Сталлон. Ладно, разорма, деп, молс. Так, первое место у меня, да? Ну, раз мы пошли, речь о папах зашла, короче, это видео будет мимом. Ник за это того, типа, за успешным мужчиной стоит еще более успешная женщина. Феминизм! Шошка. Дурспа Негза. Өте күшті. Нет, классное видео. Осындай барлығымызға адал жар бұйырсын. Сен де сөйтесің ба? Жоқ, жоқ, пока что жоқ. Сен де бар сияқты. Короче, бір бонус болсыншы, енді бір бонусный видео. Өте қатты өзіме ұнайды видео. Саған қалай жеті, Дамиле? I'm a real ass, rich ass, Indian. Күшті бірей? Күшті, короче, осындай. Күшті ма? Ұнайды ма? Барлықтарыңызға рахмет. А че там этот бір бағдарлама барды ғой? Это там жан қойш дегенде. Барлықтарыңызға рахмет, сіздермен бірге болған Дамиле Суит және Тұрар. Называется Тапсай шоу. Тұрар мен Мерей. Ты че думал, так не отомстить можешь? Нормально.
Не, ладно. Нормально, не нормально. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Гаку, оставляйте свои комментарии, включайте колокольчик. Турар этих слов просто не знает, он не блогер. Будьте с Гаку! Давайте. Всем пока. На самом деле мы серьезные люди, просто сейчас мы снимаем, нам сказали посмеяться, так-то мы уважаем друг друга. Все, пока. Давайте.